Старейший парк Барнаула – одно из любимых мест барнаульцев, и это подтверждает голосование. Центральный в тройке лидеров конкурса, он набрал уже больше 2000 голосов. Сегодня этот парк является точкой притяжения для наших жителей. Здесь собираются люди, семьями отдыхают, проводят время. Парк находится в очень удобном историческом месте, фактически в центре тур-кластера нашего города Барнаула. Неизвестно, станет ли парк победителем, но он точно нуждается в серьезном обновлении. Необходима реконструкция фонтана, замена плиточного покрытия и новое освещение. Существуют идеи дополнительной прокладки благоустроенных пешеходных аллей в южную сторону, вот от фонтана в сторону реки Барнаулки. Существуют идеи по комплексному благоустройству, по созданию набережной двухсторонней реки Барнаулки с новым пешеходным мостиком. Это парк, в котором традиционно проводились и сейчас проводятся практически все районные городские мероприятия. Поэтому мы рассчитываем на поддержку не только жителей Центрального района, но и жителей города Барнаула. Проголосовать за парк Центральный или другой уголок Барнаула, который ждет преобразования, горожане могут до 30 мая на странице загородсреда.ру или на официальном сайте Барнаула через виджет общественного голосования госуслуги «Мой выбор, мое будущее». Кроме того, в помощь барнаульцам – волонтеры. Они помогают людям оставить свой голос за один из объектов благоустройства по трем адресам – в торговых центрах «Пионер» и «Гэлакси», а также в ВФЦ по «Ленина-6». Дмитрий Дроздов, «День с толком».